Привет, я Даша, и я работаю на работе, где по роду службы я должна пересекаться с очень большим количеством людей. Просто вот 50-100 даже штук в тяжелый день могу перевидать за день. И хорошо, и среди них попадаются не очень сообразительные люди. И хорошо, если это один человек за день. Но очень часто бывает, что просто один за другим они такие. И когда ты работаешь первые полгода, то это как бы тебя не заводит. Но если ты работаешь дольше, 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 это все накапливается. И ты начинаешь очень остро воспринимать вот это вот людей таких, такого плана. Не знаю, достаточно корректно я выразилась. И единственный антиагрессив, который мы смогли с напарницей придумать, это когда человек выходит за дверь, сказать про него напарнице: «Скажи, тупой!» И та реагирует: «Да вообще тупой!» Да, но где-то год назад это еще случилось, я не знаю, почему я не поделилась этим раньше. Где-то год назад моя напарница чудесная брала отпуск, и, разумеется, я вдвойне стала весь этот стресс переживать, и я придумала отличную вещь. Я тогда еще не снимала на YouTube, и это можно назвать «Даша на YouTube. Начало». То есть на YouTube я начала снимать видеоблоги где-то только в начале весны, по-моему, этого года, а дело происходило год назад. Я просто брала телефон, как бы мне же нужно было как-то вот этим делиться переживаниями своими. Я брала телефон на работе, когда в кабинете никого нет, разумеется, вот так вот садилась, говорила: «Ира!» — так зовут мою напарницу чудесно, — «Ира, они меня достали, вот все, кто там в зале, не взяли и достали, они достали, я извини бы вам не стала, но ты же мне больше всех достал». Вот, и я решила тебе показать эти свои видеозаписи, конечно, не все и не полностью, только такие самые такие действительно очень смешные моменты. А в одном видео у меня вообще глаза страшны, как у зомби. Это просто, я не знаю, это... В общем, ты смотри и не суди строго. Привет, Ирка. Меня видно? Да, меня видно, я через зеркало вижу. Ира, начальница у меня увела мою любимую косметичку. Так, Ира, я в шоке. Это вообще печально. Ира, мне шоколадку подарили молочную, Россия. Постараюсь ее не съесть, ничего не обещаю. Вот, девушка опоздала на 2 недели. И за это подарила. Ну, знак вины. Все бы так. Мы бы тут в шоколаде купались. Ну, то есть, нам дети, да? Можно съесть. Да, я знаю, этого мало. Но моя напарница через 2 недели уходит в отпуск. Так что материал пополнится. Я надеюсь, ты не шокирована. Если шокирована, то в хорошем смысле слова. Вот, так что... Такая странная. Да, вот так. На этом все. Пока.